Добрый вечер, дорогие друзья! В очередной раз мы с вами встречаемся в поселке писателей Переделкино в доме музея Булата Шалча Акуджавы. И сегодняшний наш концерт будет посвящен дню рождения Булата Шалча. Напомню, что он отмечал его 9 мая и Дню Победы. Вечер у нас будет не совсем обычным. Это будет женский вечер. И это своего рода приношение Булату Шалчу от прекрасной и творческой половины человечества. Сам Акуджава в своих стихах и песнях очень часто сравнивал женщину с богиней. Но его отношение к женщинам было трепетным, иногда даже робким и всегда благоговейным. А начнет наш сегодняшний вечер поэт с уникальной интонацией, немного волшебница, главный женский голос авторской песни Вероника Долина. Булат Шалч и дама. Да не то, чтобы я всю жизнь мучилась этим сюжетом, но хотя, да, Булат Шалч был очень настойчив, и через его жизнь это проходило, это непременно освещало его, и мало кто из наших современников, моих современников, столько сделал для живого, теплого женского существа для его комфорта, для внутреннего света, который можно было зажечь внутри женщины. Стихи Акуджавы совершенно необыкновенную эту работу проделали. Нам надо, чтобы они с нами оставались и по сей день. Ничего вы не знаете, дети мои, про тяжелые влажные дебри любви, про ловушки ее и про сети. Ничего вы не знаете, дети. С состраданием смотрю я на вас, детвора. Вы бы видели, как мы тут позавчера горцевали с плащом и кинжалом меж Казанским и Курским вокзалом. Даже странно, что вы нас застали в живых. Все запястья в порезах, вполне боевых. Любопытно, что мы с вами, дети, все же встретились на этом свете, где мы прыгали ночью из окон в траву, контрабанды, как психи, летели в Москву, а потом настреле ленинградской, пробирались тропою пиратской. Получается, были и бури, и мгла, кровь, любовь, ну и разные перья смола. Где-нибудь, чуть ли не на Камчатке, наши можно найти отпечатки. Самолетом из Томска до Алматы, из Якутска в Ташкент, с этим тоже на «ты». Ничего вы не знаете, дети, о любви окаянной на свете. У нас сегодня
сегодня очень много молодежи. Между прочим, произведение было «Атак у Джева» уже давно в школьной программе, поэтому у нас тут и студенты, и школьники, и кто хочет. Мы организовали тут такую специальную площадку, и танцевальную веранду даже сделали. Вот самовар поставили, как у вас тут? Сапог вам нужен, чтобы разошлось все как следует. Снимайте. Но сегодня здесь будут звучать на этой импровизированной площадке голоса поэтов нового поколения. И мы устроили такой девичий слэм. Формат очень короткий, как в ТикТоке, до 1 минуты. И первая выступит у нас Полина Петулько. Да, Полина, рада вас приветствовать. Полина к сегодняшнему дню уже успела окончить актерский факультет, выпустить 3 поэтических сборника и даже организовать 1 поэтический вечер. Но на телевидении вы впервые. Да. Добро пожаловать, Полина Петулько. Поехали. Спасибо. У меня из головы растет апельсиновое дерево. Вы, конечно, не верите, вы такого никогда не видели. Я понимаю, я тоже не жду от жизни чудес. Только вот знаете, у меня же целый лес. Скажете, сказка, и да, я с вами согласна, но птицы уже вьют гнезда и строят друг другу глазки. Жуки-олени затеяли бои гладиаторские, муравьи возводят вавилонские башни. Вы спросите, что за хрень я несу? А вам просто страшно заблудиться в моем лесу. Если такое и правда случится, в чем я лично сомневаюсь, ищите апельсиновое дерево. Легенда гласит, что именно с него все начиналось. Спасибо. Спасибо. А теперь внимание. Впервые на переделкинской сцене музыкальная, интеллигентная, из знаменитой театральной семьи и красавица. Все это в одном человеке, согласитесь, такое встречается редко. Аглая Шиловская. Тишина, как на дне, ваше величество, женщина, да неужели ко мне? Тусклое здесь электричество, с крыши сочится вода. Женщина, ваше величество, как вы решили сюда? Спасибо. Ваше благородие, госпожа разлука, мы с тобой родня давно, вот какая штука, письмецо. Смерть повезет.
растет в любви. Ваше благородие, госпожа чужбина, жарко обнимала ты, да только не любила. В ласковые сети постой, не лови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. В ласковые сети постой, не лови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, кому иначе? Девять граммов в сердце постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваша победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, клясться на крови. Повезет в любви. Спасибо. Вот так звучат песни Булата Акуджавы в исполнении молодых музыкантов и артистов. Булат Акуджава – летописец второй половины 20 века. Его поколение пережило войну. Они пережили страшный сталинский морок. Играет оркестр в старом саду. Как много невест в этом году. Безногие люди сидят на скамье. Они не хотят говорить о войне. Лишь вслед мне упрямо и долго глядят. Откуда такой невредимый солдат? И молча грустят, и вздыхают не зло. Здорово мальчику повезло. Практически весь вечер сегодня с нами ансамбль «Ну, погоди!» Педагог и художественный руководитель Николай Чермашенцев. А сейчас на переделкинской сцене замечательная певица и автор прекрасных песен Ирина Богушевская. Добрый вечер. Тот самый довоенный фокстрот «Адиос Мадресита», который назывался у нас «Риоритой», и без которого у нас в доме не обходился ни один праздник. Рио Рита. Засыпая, я вижу вновь, что балконная дверь чуть приоткрыта, и кисейный тюль в окно, где пыльный июль выдувает капризный сквозняк, не скрывая свою любовь. То не светит, танцуют Риориту, веки полуприкрыв, и этот странный мотив позабыть не могу я никак. Как высоко плыла ты над нами, через страх и озноб, через восторг побед Аргентины далекой привет. Ох, Риорита, как плескалось алое знамя в
нашей юной стране был каждый юным вдвойне, где все это не было и нет. Как вам, деточки, передать эту радость, когда вернулся Коля в новой форме, седой, почти такой молодой, про повязку свою сказал пустяк. Миновала его беда. И в Маньчжурии, и на Холхенголе, день, когда он пришел, и наши танцы и стол, позабыть не могу я никак. Ах, Риорита, как высоко плыла ты над нами, через страх и озноб, через восторг побед Аргентины далекой привет. Ах, Риорита, как плескалось алое знамя, в нашей юной стране был каждый счастлив вдвойне, где все это не было и нет. Как вам, деточки, рассказать, что за дрянь наше дело старикова? Столько продранных кофт, а на локтях синяков, не дай бог, если снова гололед. Я проплакала все глаза, то не свети Свизянова Стрякова, но что коли нет, вот скоро будет 5 лет, мое сердце никак не поймет. Ах, Риорита, как высоко плыла ты над нами, через страх и озноб, через восторг побед Аргентины далекой привет. Ах, Риорита, как высоко плывешь ты над теми, чьи тела зарыты, чьи дела забыты, чья душа разлетелась, как дым. Ах, Риорита, ты сладка и жестока, как время. Позвучи чуть-чуть, я все равно не хочу расставаться с воздухом земным. Расставаться с воздухом земным. Расставаться с воздухом земным. Ирина Богушевская. Мы возвращаемся на площадку нашего девичьего слэма, и сейчас Полина Губанова. На что можно потратить свою жизнь? Разменять, как рубль по 50 копеек. Настолько маленькая у меня жизнь. Жизнь по 50 копеек короче, чем жизнь бабочки в маковой голове, чем хлопок при открывании банки. И иногда думаешь, посмотри, на что мы тратим свои 50 копеек, и вдруг они закончатся до того, как успеет приехать такси. И иногда думаешь, Божья коровка, забери меня к себе на небо, потому что я совсем не знаю, в какой стартап инвестировать оставшиеся 5 копеек. На них даже жвачку не купишь. Такая же у меня жизнь. Спасибо, Полина. Сегодня впервые на переделкинской сцене выступит яркая, эксцентричная, молодая артистка театра имени Вахтангова Мария Волкова. Встречайте. Сказать, чтобы очень святы, но и не к чему прикнуть. А ты справа, а ты слева, шла девчонка мимо них. Не сказать, чтоб королева, но не хуже остальных. Чтоб приставали, но и мимо не прошли. Она остановилась, черной бровью повела. Не сказать, чтобы влюбилась,
против не была. Очень веселый барабанщик. Встань пораньше, когда дворники маячат у ворот. Ты увидишь, как веселый барабанщик в руки палочки кленовые берет. Ты увидишь, как веселый барабанщик в руки палочки кленовые берет. Будет полдень суматохою пропахший, звон трамваев и людской водоворот. Но прислушайся, услышишь, как веселый барабанщик с барабаном вдоль по улице идет. Но прислушайся, услышишь, как веселый барабанщик с барабаном вдоль по улице идет. Будет вечер заговорщик и обманщик, темнотой на мостовые упадет. И ты увидишь, как веселый барабанщик с барабаном вдоль по улице идет. Но вглядись, и ты увидишь, как веселый барабанщик с барабаном вдоль по улице идет. Грохот палочек, то ближе он, то дальше. Сквозь сумятицу и полночи туман. Неужели ты не слышишь, как веселый барабанщик вдоль по улице проносит барабан? Ах, как мне жаль, что ты не слышишь, как веселый барабанщик вдоль по улице проносит барабан. Спасибо! С праздником всех! 50-е годы, вторая половина, первые признаки оттепели. Начали печатать Булата Акуджаву и поэтов его поколения. И вот я замечаю, хотя и не мистик вроде, какие-то намеки в октябрьской природе. Не просто пробуждение мелодий и кистей, а даже возрождение умолкнувших страстей. Все в мире созревает в вареньях и встрясках. Не спорьте понапрасну о линиях и красках. Пусть каждый, изнывая, достигнет своего. Терпение и вера, любовь и волшебство. Поэзия стала нашим рок-н-роллом. Спасибо, спасибо. Сейчас вновь возвращаемся на главную сцену музея Булата Акуджавы в Переделкино и приглашаем Лидию Чебоксарову. Михаил Щербаков. Песня называется «Прощание славянки». В песне, как в зеркале, весь 20 век. Когда надежды поют, как трубы, их зов дурманит, как сладкий дым. Они предельны, они сугубы, и так несложно поверить им. И вот дорога, и вот стоянка, вокзал и площадь в цветах, трубач смеется, прощай, славянка, восток дымится, шинель в крестах. Воспитан славой, к смертям причастен, попробуй вспомни, ловя цветы. Какому зову ты был подвластен, какому слову
поверил ты. Броня надежна, тверда осанка, припев беспечен, все ай-да-эй. А трубы просят, не плачь, славянка, ну как, скажите, не плакать ей. Пройдет полвека, другие губы обнимут страстно мундштук другой, и вновь надежды поют, как трубы. Поди попробуй, поспорь с трубой, но век не кончен, поход не начат. Вокзал и площадь в цветах, трубач смеется, славянка плачет, восток дымится, земля в крестах. Трубач смеется, славянка плачет, восток дымится, земля в крестах. А сейчас мы снова будем слушать молодых поэтов, поэтесс, и Арина Богорякова. Арина. Здравствуйте. Здравствуйте, студентка музыкального колледжа в Беркли. Говорю, сгущая краски, растекается небо везде, без предела. Сияло раньше ярко, теперь вдохновенно становится небо таким необъятным, что даже приятно. Черный цвет переходит в бордовый, потом из рыжего в красный. Паста стихии волнообразно меняет суть воздуха. Она одна упрощена до деления на две перспективы — добра и зла. Это сила выше боязни пространства. Никого не пугает страх потеряться. Напротив, есть жажда потери, при том, что каждый на первом ряду. Состояние подобно больному в бреду, амфитеатр других ощущений. Вся жизнь, состоящая из приключений, врастает в себя. Зритель при этом может устроиться у окна и смотреть на ненастье как бы издалека, ведь тот, кто накрывает город пленкой, занят важной работенкой, заслуживает внимания такие вот старания. Самостоятельная луна уже утекла. Остался лишь воздух и пустота. И восторг человека, взирающего в пасть существа под названием небо. Это дальше, чем скорость света. Это ближе, чем отголоски лета. Напомню, что у нас сегодня своего рода приношение Булата Акуджаве от прекрасной половины человечества. Хороший у нас сегодня концерт? Да. Мне тоже очень нравится. Замечательный, да. И дальше будет еще лучше. И сейчас время музыкальной поэзии в исполнении прекрасной актрисы, которая бывала здесь в Переделкино несколько лет назад, но потом мы долго ее ждали, и вот хорошо, что она вернулась. Ольга Будина. Согласно прогнозу,
последних известий. Неделю нам жить во снегах утопая, а в городе вести скитаются вместе та черная птица и та голубая. Две птицы скитаются в зарослях белых, высокие горла в снегу выгибая. Две птицы молчащих, наверное, беглых. Я черная птица, и ты голубая. Качаются ламбочки сторожевые, качаются дворники, снег выгребая. Молчащие беглые, полуживые. Я черная птица, и ты голубая. И денно, и нощно стремятся на землю дома огибая. По городу бродят и денно, и нощно. Я черная птица, и ты голубая. Снега, снегопады, великие снеги. По самое горло в снегу утопая, сбежали и бродят, а в коем-то веке. Я черная птица, и ты голубая. Благодарю. А еще я абсолютно счастлива выступать с этими совершенно необыкновенными и вот с недавнего времени моими самыми любимыми на свете детьми. Группа «Ну, погоди!» Кстати говоря, женские стихи Булата Акуджавы в советское время вызывали довольно много претензий у литературных начальников. Вот как вспоминал об этом сам поэт. Вызывают меня и интересуются, почему я в песнях употребляю слово «женщина». Рекомендуются девушки, а лучше всего девчата. Ну, как видите, мы сегодня можем удовлетворить вкусу даже самых взыскательных советских литературных начальников. У нас тут и девушки, и девчата, и сплошная молодежь, тинейджеры, и переделкинские соседи. В общем, народу полно, и танцуют все.
тут немножко подтанцовываем молодежи, но сейчас переместимся на большую переделкинскую сцену. Я с удовольствием представляю, можем вместе идти, правда, замечательную певицу, которая поет в самых разных стилях. И блюз, и соул, и рок-н-ролл, и фанк, и все что угодно. Первая российская участница конкурса песни Евровидения Маша Кац. Прошу на главную сцену. Добрый вечер. Что знает о любви любовь? В ней скрыт всегда испуг. Страх чувствует в себе любой, если он полюбил вдруг. Как страшно потерять потом то, что само нашлось. Смерть шепчет нам беззубым ртом: все уйдет, все пройдет, брось. Я любовь сквозь беду поведу, как по льду, и упасть ей не дам. На 7 бед мой ответ: где любовь, смерти нет. Обещаю всем вам. Нет, я не верю в смерть любви. Пусть ненависть умрет, пусть корчится она в пыли, земля ей забьет рот. А ты, любовь, всегда цвети мне и другим вокруг, чтобы на твоем пути смерть любви умерла б вдруг. Я любовь сквозь беду поведу, как по льду, и упасть ей не дам. На 7 бед мой ответ: где любовь, смерти нет. Обещаю всем вам. Странное сближение. Сейчас прозвучит песня «Улицы больших городов», которую в 60-е годы прекрасно пела грузинская артистка Гюли Чахели. Ее написал композитор Арно Бабаджанян на стихи польской поэтессы Агнешки Осесской, дружбу с которой
Булат Шалчак-Уджава пронес через всю свою жизнь. А сегодня эту песню исполнит артистка Московского театра имени Евгения Вахтангова, которую мы все запомнили по роли Аксиньи в недавней экранизации «Тихого дона» Полина Чернышова. Булат Акуджава. Еще в литавры рано бить и незачем, и все же мне стало интересно жить. Желаю вам того же. Вот такое четверостишье написал Булат Шалч в 1988 году, и это, пожалуй, его единственный прямой отклик на перестройку и на все те стремительные события, которые последовали за перестройкой. Итак, 80-е, звучат 80-е.
артистки детского музыкального театра «Доми Солька». Браво! Спасибо, спасибо, дорогие друзья. А сейчас на сцену Переделкина выйдет исполнительница, которая не пропустила ни одного нашего концерта 9 мая. Добрый талисман переделкинских вечеров Галина Хомчик. Семи морей. Вы пропойте славу женщине моей. Вы пропойте славу женщине моей. Вы в глаза ее взгляните, как в спасение свое. Вы сравните с близким берегом ее. Вы сравните с близким берегом ее. Мы земных земней и вовсе к черту сказки о богах. Просто мы на крыльях носим то, что носят на руках. Просто мы на крыльях носим то, что носят на руках. Просто нужно очень верить этим синим маякам, и тогда нежданный берег из тумана выйдет к вам. И тогда нежданный берег из тумана выйдет к вам. Бродяги, не пропойте за столом семи морей. Вы пропойте славу женщине моей. Вы пропойте славу женщине моей. Спасибо. Я перемещаюсь между сценами Большой Переделкинской и Малой Поэтической, и Алиса Рагулина тоже перемещается, потому что на большой сцене она за клавишами в «Ну, погоди», а здесь сейчас прочтет стихи своего собственного сочинения. Пожалуйста. Случайно улыбнулся человек на станции Московского вокзала. И тихо приближался его век, об этом ему осень рассказала. И думал он о том, что никогда нет ничего, чтобы душу исцелило, и думал он, что поздние года, и первая любовь его забыла. Случайно улыбнулся человек, с тоскою свою юность вспоминая. Они когда-то думали навек, и жизнь была прекрасная, простая. Он бросил взгляд на желтенький билет, потрепанный, чуть рваный и потертый. Он по нему едет на рассвет, туда, где было весело, вольготно. Случайно улыбнулся человек в вагоне, словно пулей летящим. Его организованный побег из своих мыслей будет ли удачным? И спит, как будто памятник воздвиг себе на этом движущемся ложе, случайно улыбнувшийся старик, так на мальчишку юного похожий. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, наш поэтический кружок заканчивает свою работу. Я вижу, что теперь, по-моему, стихи пишут все, и очень даже неплохо. Но это прекрасно, поэзия жива, перед домом поэта очень хорошо это провозгласить. И вот такое наше поэтическое приношение было Атаку Джави. А вам я желаю всем вдохновения, удачи. А вот мне вот одобрение какой-то моей речи будет?
Катерины Гусевой все-таки большая сцена переделкинского концерта. Пожалуйста, Катя. В чаду кварталов городских, среди несметных толп людских, на полдороги краю звучит какая-то струна. Но чья она, о чем она, кто музыкант, не знаю. Кричит какой-то соловей от личных городских кровей, как мальчик откровенно, какое счастье, смерти нет, есть только тьма и только свет всегда попеременно. Столетие строгого дитя он понимает не шутя, в значении высоком. Вот эта дверь, за ней порог, за ним толпа, над ней пророк, и слово за пророком, как просто меж тьмой и светом спор. И счастлив я, что с давних пор все это принимаю, хотя куда ты ни взгляни, хотя куда ты ни взгляни, кругом пророчества одни, а кто пророк, не знаю. Музыкант играл на скрипке, я в глаза ему глядел. Я не то чтоб любопытствовал, я по небу летел. Я не то чтобы от скуки, я надеялся понять, как умеют эти руки эти звуки извлекать. Из какой-то деревяшки, из каких-то грубых жил, из какой-то там фантазии, которой он служил. А еще ведь надо в душу к нам проникнуть и поджечь. А чего ж с ней церемониться, чего ее беречь? Счастлив дом, где пенье скрипки наставляет нас на путь и вселяет в нас надежды, остальное как-нибудь. Счастлив инструмент, прижатый к угловатому плечу. Почему благословению я по небу лечу? Счастлив тот, чей путь недолог, пальцы злые смычок остер, музыкант, соорудивший из души моей костер. А душа уж это точно, ежели обожжена, справедливей, милосерднее и праведней она. Справедливей, милосерднее и праведней она. Спасибо большое. Вячеслав Голиков с нами сегодня. Спасибо.
Спасибо всем. Наш концерт подходит к концу. Приезжайте в Переделкино, в дом-музей Булата Акуджавы. Здесь жива память о нем. Прошедший год был нелегким. Испытания коснулись всех нас. Мы теряли друзей и близких. Ушел из жизни замечательный фотограф, который каждый год снимал наши переделкинские вечера 9 мая, Михаил Белоцерковский. Давайте сейчас посмотрим на его фотографии и вспомним те моменты, которые мы вместе с ним здесь проживали. А завершают наш концерт известные во всем мире музыканты Вероника Кожухарова, саксофон, и Александр Балдачев, арфа. Звучит великая музыка Булата Акуджавы. Спасибо, до свидания, до встречи через год. И с Днем Победы! Thank you.